Привет, народ. Тут новый марафон подъехал. Скоро он начнется. Давайте поговорим, на какой танчик, когда это будет. Итак, марафон весенний 2021 года будет на Companzer 7RH. Германия ST8 премиумная. Начало марафона в эту пятницу 21 мая. 21 мая с 9 утра до 31 мая, соответственно, тоже 9 утра. За это время можно получить танчик за марафон бесплатно. На фоне вы можете увидеть, как он выглядит. Честно скажу, мне внешне не особо этот танчик симпатичен, но на вкус и цвет все консервные банки разные. Местами этот танк похож на автомобиль, местами просто на консервную банку. С одной стороны необычные формы, но с другой стороны и странные. Но в целом примтанки любят не только за внешний вид, но и за их характеристики и как они фармят серебро. Серебришка у меня немножко подпросела, поэтому нужно будет танчик получить, серебришко пофармить и вам его показать. А пока мы можем просто ознакомиться с ТТХ. Ознакомление с ТТХ танка, конечно, нам не даст полной картины, как этот танчик себя чувствует, но мы хотя бы уже будем предполагать примерно, что это такое. Итак, наш замечательный танчик 07 на самом деле не бронированная ДПМная быстрая СТ-шка с хорошим обзором, стабилизацией и точным орудием. Новость я увидел на Вот Экспресс, там написано, что это танчик ватный. Я, конечно же, сразу поверил, поэтому зашел на сайт и посмотрел сам. 190 мм ВЛД, который, если довернуть, вполне себе превращается в 200 мм. Ну и в 200 мм не всем уже и захочется стрелять. НЛД 167, конечно, это не сильно много. Но хоть что-то, это не 0, не 30, не 20, фугасом не пробьется. Разве что какая-то бабаха вам не стрельнет туда. Борт при довороте, если сильно не перекручивать, вполне себе получается 300 мм. А это уже можно потанковать. Но единственная проблема в том, что башня такая большая, круглая, широкая и ватная, что бортом будет тяжело танкануть, поскольку вот борт и, в принципе, башня примерно там же. Только глупцы, хотя да, таких, конечно, в рандоме много, но только глупцы будут стрелять ему в борт, поскольку там, оказывается, есть броня. А вот в башне, да, в башне нет брони. Но в борту есть еще и прикол. Надгусеничная полка имеет там 20 мм, и сзади она еще и закругляется, поэтому стреляя вдоль гусеницы, вы будете сзади об задний каток пробивать, поскольку эта надгусеничная полка в конце опускается вниз. Это, конечно, печально, и танкование от борта ухудшается еще. В итоге мы получаем что? Если враги сильно прижмут, то попытаться что-то танкануть ромбиком все же стоит, поскольку это не ноль брони, и хоть в каком-то месте имея 300 мм и 200, лучше уже попробовать рамбануть, зная нашу стрельбу, что-нибудь может доскочить. А вот башня, да, 84 мм по кругу, тупо круглый самовар, какая-то лепешка, я не знаю, как шайба хоккейная. Это печально, тут и лючки никакие не нужны. Можно чисто щелбаном подъезжать и пробивать этот танк насквозь. И тем более она такая огромная. Вот из-за этой башни в целом и получается, что брони у танка нет. Причем лоб башни более тонкий, чем что-то похожее на лючок, размазанное сверху на башне. Сверху на башне 110 мм, а лоб башни 85. Ну и сзади и по бокам по кругу 60 мм броня башни, что еще меньше. Жопа, крышка корпуса, крышка двигателя, весь этот сплошной лист, который идет вдоль корпуса и спускается на жопу, это 25 мм. Привет, ваншоты от арты. Да и крыша на башне тоже 25. Это, конечно, самое печальное, что есть в этом танке. Это будет постоянно пробивать арта. Я даже не представляю, куда должна арта попасть, чтобы это не пробить. Поскольку он сверху весь зеленый целиком. Если там бортики и ВЛД еще более-менее куда не шло, бог с ним, с этим дырявым ведром вместо башни, то вот то, что крышка вся 25 мм, это ужас. Стабилизацию я сравнивал с объектом 140. И цифры очень похожие, но немножечко хуже, чем объекта 140. Но сведение лучше, и точность такая же, примерно 0.34.
ДПМ 2500, альфа 200, пробитие 205 и голдой 255. Удельная мощность побыстрее, чем у объекта 140, и максималка в принципе тоже больше. Танчик должен быть очень быстрый, очень ватный для арты, УВН 9 градусов, очень ДПМный скорострельный, с маленькой альфой, удобно играть из-за рельефа, неплохо можно рамбануть бортиком в принципе, но в целом лучше играть как танк поддержки. Приятное точное орудие со стабилизацией, с УВНами, еще и очень быстрое сведение 1.4. Танчик в принципе по параметрам очень интересный, необычный внешне, также его можно за марафон, как обычно, я думаю, получить бесплатно, но на это придется потратить свое время. Время — это, конечно, самое ценное, что у нас есть в жизни, поэтому думайте сами, нужно оно вам или нет. В комментариях можете начинать спорить, плохой ли это танк или хороший, поскольку те, кто не смогут такое реализовать, конечно же, скажут, что он плохой. Те, кому будет позволять скилл реализовать этот танчик, скажут, что танчик имба. Как обычно, все разделятся на два лагеря и будут друг друга кидаться какашками. Эту информацию я посмотрел на сайте Tank.gg и в группе ВКонтакте Вот Экспресс. Может быть, пока танчик дойдет до основы, дойдет до марафона, что-то в нем изменится. Может, это старые ТТХ или может свежие, но в целом примерно мы поняли, что это за танк. Обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. Не забывайте участвовать в группе ВКонтакте в еженедельной рубрике «Сыграл красиво», чтобы заработать 500 голды на халяву. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.